Мурманске инспекторы ГИБДД проводят проверку общественного транспорта. До конца этой недели и всю следующую они будут останавливать автобусы и маршрутки в разных районах города. Специалисты по дорожной безопасности смотрят техническое состояние автомобиля и наличие всех необходимых документов. Срок действия диагностической карты истек. В отношении вас будет составлен административный материал, выписан штраф. У водителя микроавтобуса 55-го маршрута возникли проблемы с документами. Последний месяц мужчина ездил с просроченным техосмотром. Ваган Паланджан рассказал, что за 10 лет, что он работает в сфере пассажирских перевозок. Это его вторая большая ошибка. С въезда надо проверить все документы. Там есть страховка, полюс, нету карта. Потом въехать искать. Если нету, там непорядок получается в папке. Все, отдал обратно и домой. Просроченная диагностическая карта на таких рейдах встречается часто. С 1 марта штраф за это правонарушение увеличился в 2 раза. Сейчас водитель должен заплатить 2000 рублей, а юридическое лицо могут оштрафовать на 50 тысяч. Однако в целом инспекторы отмечают, что добросовестных перевозчиков все же больше. По сравнению с прошлым годом, в этом году у нас количество добросовестных перевозчиков увеличилось. То есть снизились нарушения. Такие, как вот технеисправность, опять же, берем ремни безопасности, стали пристегивать. Ну и внимание своим пассажирам уделяют все-таки больше, чем в прошлом году. По словам специалистов, снизить уровень правонарушений до нуля невозможно. За первые 2 месяца этого года в Мурманской области на водителей автобусов и маршруток составили больше 200 протоколов. 2 раза общественный транспорт попадал в ДТП. Лада Егорова, Николай Лукинов, ТВ-21+.